fight. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, пятница! Боже мой! Обители юродивых! В сущности, вы уже не нужны. Вторая тройка. Что будете сейчас делать, чтобы развенчать миф о слабом женском организме? Ой, ой! Без этого, без истерики. А вы что, у вас фантазия на что? Что пристали с огурцами за ним? Вот! Вот вам за это! Сектор, приз в студию! На двоих тур в Санкт-Петербург! Мы за вас рады. Ой, иди сюда. Что ты там стоишь? Немецкий моющий пылесос Томакс Компакт 20. Буква. Откройте. Ну, раз, два, три, четыре, пять, слова. Да что ж тут угадывать-то? Ай, у меня слюней полон рот. Fatality. Ну, конечно! Жутко захотелось косточку. Мама дорогая, кем же был хозяин такого коня? Опа, ока! Ай, да ну, ух ты, финал! You will die, mortal. Да ладно! Подарки в студию! Что вы говорите? Ну так продолжим веселиться. Я вам предлагаю сыграть в супер игру. Знаете, как обвеселимся? Обхохочемся. No. Что? No. И перед нами победитель! 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 Яковлевич wins. Choose your destiny. И вновь в эфире капитал шоу «Поле чудес». Ну, прошу вас. Fight. Иди сюда. Как они меня надоели эти. Что, давайте я вам дам 2500 рублей. Сразу и все. Ну, согласитесь, друзья мои, я уговаривал как мог. Не наступите на девушку. Да ладно. Видал? Ты свободен. Щелки точеные! Да мы их всех перешибем, черт возьми. Я вам даже могу не добавить. Ой, что это? В музей. Вы знаете что, давайте я. 3, 4 и... Помидорчики мои! Что, а, да, я... Ты давай тоже, давай. 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 Видишь? Ой, я не могу больше. Я вынужден объявить... рекламную паузу. Развернитесь, пожалуйста, вот сюда. Сейчас я позволю себе это. Буль-буль от Галина Бланка. Галина Бланка дарит вам свои супы и кубики. Ой, а пахнет. Ну-ка мы, давай. Опа. Боженьки мои. Ой, здравствуйте. Ты трясись. Я пихну сейчас у меня здесь. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас тут появился сектор, который был у нас 10 лет назад. Ты где был? Сектор 0. Хоть убейся. Подожди, стой, давай хотя бы отгадаем слово. Вот задание на финальный тур. Короче говоря, один великий человек, солдат, задира, авантюрист и рыцарь. Вы назовете слово сразу или будем по буквам разгадывать? Буква «Эш». Какая?
Поражению подобно, но такая буква здесь есть. Буква «Э». Иди отсюда, иди. Финал! Да какой? You will die, mortal. Ой. Вы зачем так оделись? Это профессия уже, да? Будете петь, стихи читать. Давай стих. It's official round one. Feel the wrath of Shao Kahn. You will never win. I rule round two. Pathetic fool. Ни слова больше. Теперь что бы мы ни делали, будем целоваться. No. Что? No. И перед нами победитель! Дай вам Бог! Пусть у вас будет 6 детей, кот и кошка. И всего вам доброго. Якубович wins. Добрый вечер, пятница, по традиции. Зрители, бои, кровь. Первая тройка в студию. Это китаец, иди сюда. Что же ты кричишь-то, господи? Ты должен молчать, ты должен тихо молчать вообще весь. Кашите в руках все крутите. Вам это совершенно ни к чему. Может быть, сделаем таким образом? Я вам дам, скажем, тихо. Ты там не замерз? А? Нехорошо это, сейчас исправим. Тихо. Слушайте, друг мой голубой, идите сюда. Что это? Зачем? Мне ноги мерзнут. Чтобы поднять температуру, от поля чудес вставляем кипятильник вам на добрую память. Ну, Милена, что вы нам преподнесете? Это мне? Открываем. Вам посыпалось. Что-то как-то по частям получается. Что это? Да, пазлы. Вы из Санкт-Петербурга? Ух ты! Опять несъедобные. Где ваша, кстати, вторая половина? Покажите. Теперь я вижу, что это вторая половина. Иди сюда, шляпа. Иди сюда. Шляп сними. Ой. Сказал, умер. Итак, стиральная машина. Тихо всем. Сейчас начнет крутить барабан. Вот ужас-то. Ну, кто еще? Иди сюда. И ты иди сюда. Мальчишка. Теперь будете крутить. Что вы делаете? Меня не перебиваете. Почему вы не говорите мне, перестаньте, у меня сектор бриз? Давайте сюда. Так, ну что же. Нет! Обратите внимание, сектор добрый. Я злой. Так, друг мой, у вас есть примерно минута на то, чтобы искромсать ее на маленькие кусочки, но так, чтобы они отделялись друг от друга на этот поднос, и потом выпустим это по рядам, чтобы накормить 300 человек, которые сидят здесь в студии. Я правильно говорю? Как это все одним словом описать? Как это описать одним словом, вот всю вот эту неуютность? Fatality. Стоп! Встаньте, кто сказал? Выйдите из зала! Встаньте и выйдите из зала! Прозвучала подсказка. Простите, пауза. Руки не будут болеть и опухать, если во время грозы... Это! А не это! Хотя вряд ли. Как бы мы тут, понимаешь, бьемся, а они как-то все это как-то... Сейчас самое время, жизнь такая. Автомат в студию! Берите автомат! Гори огнем! Сектор шанс! Хотите воспользоваться? Нет, ты можешь идти. Отдыхать, ехать в отпуск, пожалуйста. Сейчас прям! Зачем пришел? На тебе косточку, да. Иди в свой музей. Ну что, я представляю, какой сейчас будет взрыв. Я даже, я отвернусь, я уйду сюда, встану вот здесь за колонной.
Вот я где! Ибо забербитте ein Bier und zwei Cigarre. Ой, да, ой, сколько потеряли народу. Ого! Здорово. Меня нельзя класть. Я потом трудно встаю. Я зато я долго лежу. Сектор... Что получилось, а? Подарок в студию. Что теперь? Тихо. Ох, вы отказываетесь от приза. Сейчас мы это... Надо посмотреть наверх. Дай вам Бог. Господи, ты есть! Итак, супер игра и супер приз. Победить или умереть. Но я вам обещаю, что в любом случае, поскольку это третий раз, я вам обещаю, что желание пацанов будет выполнено. Ой. Автомобиль! Итак, в качестве суперприза автомобиль Volvo. Вот задание на суд. Пуё! Кто сказал-то? Я хочу видеть этого человека. Это кто сказал? Кто? Всю интригу разрушит. Сейчас будет, чего он сказал. Ну, убери ты этот страшный молоток, ему убить можно. Возьмите ключ, откройте дверцу, автомобиль ваш. Ну? Так. Зато был шанс. На ваших экранах фамилия победителя. Дай вам Бог солнца на улице, дома и в душе. Господи боже мой, жаж. Ну, доедет. И всем спасибо за просмотр. Также можете глянуть расширенную версию на канале автора. Ссылку я оставлю в описании. Ну а я не прощаюсь. До скорых встреч!